Увесь день они проводят у поля за рулем комбайна. Працу начинают амаль с самой ранницы. На перепынке часу не шмат. Зерни необходимо убрать своечасово. Свободные 10 хвилин выкористовывают с максимальной эффективностью. Поколь механизаторы снедуют, автоклуб спадшина подтримливая настрой. Выступление творчих коллективов под час уборочной – добрая традиция. Сейчас очень ответственная пора для всех людей, особенно в сельской местности, когда уборочная – это и жизнь. Это и страда, это и любовь, и отношение к земле, и к жизни, ко всему. Поэтому очень важно, чтобы все, кто живет в сельской местности, даже и не в сельской местности, чтобы помогли в этом всем. Ну вот, люди наши стараются, комбайнеры стараются, а техника наша, я думаю, гомельская, не подведет. Алексей Близнец и Алексей Одинцов уже несколько годов работают у КСУ «Рыцкая». Молодый экипаж под час все летней уборочной намолотил 700 тонн. Раз два дни плануют покорить тысячный рубеж. Механизаторы признаются, зараз все думки только об уборочной. Уборочная у нас хорошо проходит, погода сопутствует. Поэтому... Урожайность позволяет более-менее центнеры нормальные посыпать. Можно сказать, хорошую, одинаковую. Урожай, да, предыдущим годом. На молот хорош. На полях КСУ «Рыцкая» працуют 12 комбайнов. Тут, как и у большинства інших господарок Гомельского района, убрано свыше половины площадей, отведенных под зерневые. Завершить массовую уборку плануется прикладно про тыдень. В Гомельском районе на сегодняшний день уже убрано 58% зерновых зернобобовых культур. Это показатель неплохой в области. У Супурыцкая, конечно, вал и зерна тоже неплохой. Вот. На сегодняшний день урожайность более 30 центнеров за гектара. Местами участки бывают и под 40, и 50 центнеров. По оперативных данных господарки Гомельского района намолотили больше, как 30 тысяч тонн збожжа. Это амаль 15% от агульно-областного показчика. Усяго у регионе зараз обмолочены 40% полёв. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».